Приветствую вас на канале School Culinary. Сегодня готовим запеченную свинину с розмарином. Не знаете, чем побаловать себя и семью? Очень классную идею хочу предложить. Расскажу, как приготовить запеченную свинину с розмарином. Рецепт однозначно придется по душе занятым хозяйкам, так как занимает совсем немного времени. К тому же такое мясо не только вкусное, но и полезное. Запоминайте. Нам понадобится 500 грамм свинины, 2 веточки розмарина, соль, перец, молотый чеснок по вкусу, растительное масло, 1 чайная ложка. Мясо вымойте и обсушите бумажной салфеткой. Натрите со всех сторон солью. Добавьте перец и молотый чеснок. Если сушеного нет, можно добавить свежий, предварительно пропустив через пресс. Выложите свинину на лист фольги, чуть смазанный маслом. Добавьте вымытые и обсушенные веточки розмарина. Заверните фольгу, сформируйте плотный конверт. Отправьте свинину в жаропрочную форму и запекайте при температуре 200 градусов около часа. Вот такая аппетитная, сочная, ароматная и вкусная запеченная свинина с розмарином в домашних условиях получилась. Приятного аппетита!